Хорошо, ты же открывал. Спасибо. Пожалуйста. Так. Нет, закрыто все. А у меня соло рейтинга нет, мне еще 5 игр, по-моему. Так, что тут происходит? А в пати у тебя сколько? В пати 5431, по-моему. Ну и зачем ты закрыл свой профиль? У тебя не такой уж и маленький минус. Ну, видимо, неверные слухи ходят про пинус и рейтинг. Ага, понятно, странно, ладно. Вообще, мне кажется, сейчас все должны открывать профили, потому что если у тебя большой рейтинг, вне зависимости от размера твоего пинуса, ты можешь похвастаться этим. Что тут анонсеров? Да. Вообще, на самом деле, этот рейтинг такая блевотина, честно говоря. Я это говорю не потому, что у меня маленький рейтинг или что-то еще маленькое, а просто потому, что... Вот, Андрей, допустим, человек один, рейтинг, я знаю, играл на Сларке, все 10 игр рейтинговых, ему сразу шестерик дали. Я даже знаю. А, руна снизу. Очень Нет, много... Нет, на самом деле, не зависит от того, как ты сыграл тестовые игры, они дают, сколько же там, допустим, по плюс 40, по минус 40, но максимум. Зависит все от того рейтинга, который был у тебя до этого скрыт валвами. Угу, понял. Если у тебя был большой, у тебя и останется большой. Если был маленький, будет маленький. Понятно. 10 калибровочных игр просто так. Все, спасибо, что ты все на свои места поставил. Угу. Так, я поставлю снизу вард, пожалуй. Серж, а ты тренируешь этого персонажа? Да, да, я хочу тебя прихватить его. Все, понял, ладно. Так, еще вард какой-нибудь. Я тебе его отдам, Серж. А мне-то зачем? Ну ладно, давай. Не знаю, мне он тоже... Так, а почему нужен на моей линии Your Spirit? И тут тройная линия, ребят. Это нормально. Your Spirit. Против нас так. Вообще как-то слишком много лесников у нас. Я вот что должен сказать. У нас Enigma, у нас этот... Дом, который тоже переедет в лес. Не-не-не, дом тут стоит и будет получать свой опыт. Но если что, кричите, у меня есть солнечный удар. Солнечный удар. СФ и дела не очень хорошо. Под крипом в лесу работает? Он срак. Вообще работает, но мне кажется, ты будешь не очень доволен, если я буду так делать. Я покричал пару раз. Не, на фул хп это нормально. Не, на фул не очень круто. Так, где крипы? Так, я курку возьму, не помочь надо? Курку? Да не. Гангов, я так понимаю, в мид не будет, поэтому я буду максить огонь. Хорошо. Я уже гангую. Вот он, ганг, ну. Ну ты так себе гангаешь. Тебе лишь бы почмырить кого-нибудь, ей-богу. Нет, ни капли. Я уважаю ваш выбор леса. А там Декса почти убили, ребят. Да, я увидел уже, но слишком поздно. А, ты же с этим Шанштрайком, надо было тебе же сказать, наверное. Да. Слушай, я что-то не подумал даже. Надо думать. Да. Как ах, же они меня здесь хотят? Они прям меня хотят очень-очень сильно. Да, он же еще кидает типа на себя, да, этот земляк? Андрей, ты купишь ТП-шку или купишь ботинок? Я бы ботинок понятно куплю. Я... Понял твой выбор. Спасибо. Можно я себе тоже ботинок куплю, принесу? Отказываю. Отказ не принимается. Так, а здесь, кажется, кто-то бегает. О, давайте его закроем, если он пойдет в ту сторону. А, идет в ту сторону. Так, 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 еще палочку, еще палочку! Хорошо. Бля, ну ты убиваешь. Ну так а ты думал? Угу, угу. Угу. В размен ушел. Ты мог бы сказать об этом. Да, вообще, я мог бы тебе сказать, но мне было стыдно, потому что я умер. Настоящий инвокер, он не спрашивает. Меня сейчас это как, не знаю, все, что Чену говорить. Все, что Чен говорите, когда типа, говорите мне, чтобы ультовать. Должен сам смотреть. Ты что, нуб? Видимо, я настоящий инвокер. Мне так не кажется почему-то. Так я сейчас сам сдал. Сам страйка. Хорошо. Миссинг потом. Все, максимум, файн.
Надо руну чекнуть, Клока явно ехать. Не, он на базу ушел, судя по всему. Если руну будете чекать, это будет классно. Я вот в топе, допустим, пойду чекать. Кстати, я подумал, нам бы на руну Барт не помешал. Да, это нормальная тема. А руна у нас в топе хаст, я возьму его. Вернусь в центр. Вернешься в центр, да? Но тут Your Spirit у меня, кстати, мисс, смею заметить. У тебя трое, их не видно, поэтому я в топ не хочу бежать. Угу. Это золотое правило мида. Если никого нет, гангать не стоит. СФ уходит в леса. Не уходит. Кажется, они сейчас снизу где-то будут у меня тут. Зачем? Я тебя посейвлю, если что. Курица летит ему с топа. Она летит нравится. Или бегает? Да, летит. Просто немножко непонятно было изначально. Так, так, шач был близок. Сел страйк, там Джиггернаут ходит. Но он под этим, я его не убью. А ну. Блять, там крип стал, да? И разделил с ним его боль. Тротан, ты там как себя ощущаешь? Вообще, ну как себе, если честно. Так, а мы что? А, курицу мы апнули. Варды у нас вроде есть. Все вроде здорово. Ты там сегодня умрешь на топе, нет? Севчик купил себе сапог и ботл принес. Сапог и ботл. Тебе может помощь нужна немножко? Кстати, а, шестой смог. Серж, ты можешь вниз прийти, мы тавр просто сломаем. А его сломаем, ты чё? СФ свалил с руной. Он уйдет сейчас, ему страшно. На топ, походу. У него мало жизни, мало маны. А, да, погнали, тавр. Руну дальше. Чекнуть. Угу. Топ, руна СФ возьмет. Я пока что только пятый уровень, я буду шестой. Все, у него вообще нет маны уже ни на что. Не забывай, товарищ думал, что СФ с руной, а он в мид вернулся. И все, он вернулся. Ну что, он, наверное, совесть имеет, он все же тут трое против меня стоит. И так уже это... Ну, короче, на самом деле тоже Enigma потом подойдешь в мид, мы его видим. Хотя в миде, смотри, там сколько народу. Да, вижу. Джаггернаут шестой. Угу. Меня он не убьет, у меня слишком много здоровья. Но это последняя ракетка была, больше у него нету. Я читал боеприпасы. Крубика нет ТП. Джаггер, не да. Высапает. Так, блин, ну все, здорово, well played. Так, вниз розовый шел, это Рубен. Да, можем попробовать. Хочешь? Он не идет. Его? Мне кажется, они в миде меня хотят разъебать, потому что СФ очень иногда вот они. Генч хотят осуществить. А, там, естественно, Эрш Спирит еще присутствует в игре. Yes, of course. Давай я сейчас кину Дум, короче, в этого Джиггернаута. Сан-страйк будешь давать, когда он будет от меня убегать в страйке. У этого клока я обойду. Я наблюдаю. Наблюдаешь? Так, сейчас, подожди, я запулил. Ну, давай, я иду. Но хотя вы же там вдвоем можете это сделать. Ладно, да. я иду. Хитрец. Да, я таких считаю. СФ не санул, саппорта не санули. Будьте бдительны. Лол, я интеллект... Блядь. Своровал? Страшного, Андрей. Нет, не своровал. Пиздец. Ребят, не знаю, пока мадни как надо играть, что в следующий раз. Серег, ты меку делаешь? Хочешь? Нет, нет, давай я тебе скажу то, что ты делаешь меку, вот так вот правильнее будет. Давай. Ну что этому типу надо от меня? Иди отсюда, пошел вон. Инвиз на топе, Серж, и СФ уходит. Здесь трипл, я думаю, надо зафармить вместе, потому что давай. Там крипы будут перерабатываться регулярно. Раз 7, наверное. Блок в центре? Блять, я не отвел. Ты как там себя ощущаешь? Я себя нормально ощущаю, по идее. Окей. Хотя нет, ты посмотри, отвел. Клок может тебя ультануть, но он не хочет. Не всех, но отвел. А курицу, курицу, курицу! Тихо, все нормально, не нервничай. Ну все хорошо. Не паникуй, там мой юльчик летает. Да ты какой-то задр, я посмотрю. А ты что, без медасика? По-моему, сейчас все инвокеры играют через медасик. И вообще все, которых я видел. Не такой, как все. А ты будешь вомбо-комбо творить? Я буду все творить. Так, короче, я курицу хочу. Я там тоже.
Все? Все, ну давай, давай. Блин, только типа как-то пригенится. Ладно, похер. И так нормально. А SF страдает в меди или ему у него все хорошо? Ау. Блять, откуда это вообще пошло? Мне пизда походу в миде. Будь хлопа. Да, это ПД. Хорош, Андрей, ты очень сильно играешь. Все в порядке. Верно в этом? Смотри, первый и второй. Всех килл. Ага. Ага, а black hole? А черной дыры нету. Черной дыры нет, догоним этого? Я... Если он будет что-то делать плохое, вот так вот можно. Ай. Игорь, вопросы еще какие? Ты понимаешь, что есть человек в команде, который не боится забайтить как следует? Отлично. Я домой пойду. Забайти. Дверь закрыть? По ситуации уже, Игорь. На меде убьем? Ага. Точно? Отказано. Давай не будем. Ладно, я тогда просто постою здесь. Игорь тоже пойдет ганкать, наверное, правильно? Не знаю, я подумаю. У меня нету дома, так бы можно было бы джаггера на топе, но по откату, ребят. Да, его только с думом. Ну, гангать некого, поэтому извини. Обстоятельства. Вот. Я все равно постою здесь, мне нужен шестой. Опа, видал, что происходит? Охуеть, что делать? Быть осторожней. Миссинг. Угу. Миссинг. Давай, короче, по старой схеме. Я сейчас думаю откатиться еще немножко и джиггернаут. Он что мутит? В меня кидают камни. Я всегда... вот не очень понимаю, мне что кажется, он хочет. Мне кажется, джиггернаут там не один. В этот раз он будет еще изощреннее это делать. Ключник мне сейчас здесь. Не, нормально. Не, видишь, все в меди, мне кажется. Только Рубик не знаю где. Вон и все, там все. Давай, я делаю это. Делай. Ни хрена, он что мутит? Только я хитрее. Ладно, он и так сдохнет. В смысле, так я попал по нему? Не-не. Чё, не, я попал. Я имею в виду то, что я не пойду за ним под тавер. А. У меня, кстати, глобальные есть. Глобальные? Но этого мы пока не осилим. О, спалился, Игорь. Да. Там снизу кто-то бегал. Кому-то пизда. А, там антимаг у нас вообще скормит. У нас есть антимаг, да, ребят? Да. В порядке. Так. Чё там на топе? Можем пошелить выше, я иду? Конечно. Джаггер ТП дает. А, нет, давай не будем. Как бы мне замансить-то так, чтобы... Ой. Надеюсь, Андрей, ты вовремя отвел камеру? Нет, Игорь, я смотрел. Я даже, знаешь, дал глобал, чтобы вдруг он второй еще не дал койл. А второй ему он бы не попал как раз к нему. Так, стоп, Андрей, ты то есть не меня спасал, да, своим глобалом? Да, я тебя спас? Другого. Да. Да, не за что. Не, я на тебя даже не смотрел, там просто Игорь движуху делал. Ай, что тут происходит? Так, я... Мне манг не хватает. Вот и телефон никто не хочет взять? А, бля, телефон. Он паузу поставили. Ну и до сих пор ноль интеллекта, что делать в этой ситуации? Не знаю. Как там в центре у вас, нормально все? Ну да, почему нет? Вот сверху ненормально, а там все нормально. У меня опять есть дум. Угу. Сейчас пошалим сверху. Ну я иду тогда. Мне кажется, он уже в курсе будет, что у него придется на страйк. Будет еще хитрее, да? Скоро пауза нужна будет. Че, тебя подождать, Андрей? Давай. Ну, в принципе, все, я готов. Лол? Антимаг конченый. Отдал ему все, что мог. Посмотрим здесь. Тут никого. Есть не хочешь? Есть? У меня санстрайк через 8 будет. Никого не видно на карте. Ты, кстати, мог леса нон-стопом фармить? Вообще забить хер на линию. Мне кажется, на топе он уже... Давай! Не-не-не-не-не. Была же возможность.
Да, конечно, была, так я. Каменный в меня. Что... Шач, ты упустил возможность сейчас. Смотри-ка, на нас атака. Клокверк хочет что-то. Он рядом, где-то тут. Он на макосине стоит. Слушай, здесь камень еще какой-то. Камень. Он нас не видит. Главный камень в центре. А у камней вижен есть? Mm-mm. А вот это вот хочешь взять, может быть? Он с мидасом. Тут где-то клокверк, я боюсь. Вон, видишь, вышел он. Да и похер на него, просто берем джаггер и давай все. Давай, я снизу зайду. Нет. Нам нужна бэкап. О! Кажется, сзади зашел. Вам уже ничего не нужно, сэр. Короче, сэфчик или сафферант? Там сейчас парни будут тавр забирать. На топе? Какой-то не странный вижен, наверное, вот здесь. А будет кто еще в топ хелп, хотя? Не, забейте. А я клиф прожал, ребят. Ну, это ты зря сделал. Тем более ты не успел вот даже прожать. Да. О! Так. Командная игра. Блядь! Хорошо. Я меня пришел прожает. О, у меня дверь. Блядским... Хуй. Я в мид портуюсь. Давай. Так мне пизда. Там Рубик с блинком. Я знаю. Поэтому я бегаю так. У меня этот... кнопка. Есть желание засадить Doom Your Spirit'а. У них ничего нет на меня. Fucking stupid dog. Блять, не очень вежливо. Я Кси перепугался, что он тебя убьет, поэтому его поднял. И вышел такой тимплей. Игорь, может уже хоть что-то сделаем нормальное, блять, в команде? В каком плане? Вот в этом плане. Игорь! Да его двигают там туда-сюда, хотя номер. Нет. Сколько у тебя там тычка? 190, да? Ну да. Тут еще броня там пониже у него была несколько. Я, блядь, сраный второй спелл не успел на него кинуть. Первый, точнее. Ничего. Как насчет Рошана с Энигмой? Рошан с Энигмой. Рошан с Энигмой. Энигма, по-моему, дверь открывает. Да, ребят, что-то совсем я как-то плохо играю. Ничего, это первая игра. Все правильно. Будет еще мое время. Так, а что бы такое собрать-то? Госхептер не очень поможет. Форстаф разве что. Подцебишь? Да я вижу. Ага, нет, не подцеблю. Ты все еще, наверное, можешь его убить. Очень сомневаюсь в этом. Но меня вот могут. А, тебя походу взяли уже. Да. Ай задамажил как. СФ с Лотаром. Такая вот инфа. Да. Так он же к вас заходил уже в меде. Да, тоже верно. Блин, мне нужен левел где-то. Вот, да я чувствую, у нас антимаг, я буду фармить. Хотя лицо, да, слышите, у нас антимаг, он качается и качается. Мы стягиваем, воюем, он качается. На самом деле, для меня это очень нестандартный момент. Потому что у меня в команде антимаг. Угу. Я могу не волноваться. Бывает очень редко. Так, а варт они не заметили, интересно? Рейнджер 3. Учитывая... Может быть, нет. И действительно не заметили. Лол, курзой можно крипов отпушивать? Неплохо. Ага, а вот Джаггер, походу, заметил антимага. Угу. Мы их медиа не бабахнем, я вот ТП это делаю. Там Кси стонет зачем-то. Какой у меня цель паза, космишь? Так, ну ты ж хочешь. Но он не хочет подходить. Меня не забайтились. Больно ты надался. Ну я сайленсер, они должны меня убивать. Так, мне кажется, Игорь, это не просто. Смотри, так, смотри, Игорь, смотри. Тут СФ может быть в Лотаре. СФ на топе. На топе. Окей. Все в порядке, все в порядке. Я подхожу. А, не, не подхожу на СФ, я просто пофармлю тут. Давай.
Кто в топе? А, это CXF, да? Черный Василин в топе, да. Ага, он еще смотрит. Я вот думаю, стоит ли мне лотарчик собрать или не стоит? Хуярить бы его. Он ведь пойдет сюда ко мне руну чекнуть. Дайте сентрю там, слышишь? Убивать его будешь. А я и без сентри его убью. Нет, ты без сентри его вряд ли убьешь. А так да. Ты его точно возьмешь. Кстати, антимаг с Алентером, судя по всему, хорошая комбинация. Если вот его не могут так убить, только чейнстаном, например, то нажимается кнопка, и он не умирает. Вот, по-моему, собирает медас, ребят. У него ботинок, перчатки, ничего больше нету. Надеюсь, рубик без блинка, как обычно. Вот он просто очканул, может даже вард воткнул. Ух ты, какой интересный момент. Они, кстати, возможно, на Рошане, возможно и нет. Возможно, снизу все. Ну, все вряд ли. Рубик, а у тебя мудачков огненных нету, чтобы почекать? Один есть, но толку. Мы все равно там не сможем ничего делать. Получается так. Так, ну что ж, 8-й левел у меня уже есть, это хорошо. На мете ключник хочет врываться. Игорь, это по твою душу. Ого. Очень неловкий момент. Слышишь, тут кто-то забудился? Нормально он. СФ страдает, кстати. Хитрец, блядь. Смотри, а тебе варта там? Слоты нужны. А СФ вот этого не поймаем? Ну, может, а куда он идет? А у него лотар, у нас есть? Он наверх идет, а у меня в центре есть против лотара. Что-то на меде подходит так. Смотри, смотри, будет ему что? Ой, хорош. У него этот самый хаст еще и в банке и... У лотара? Ой, у СФа? У СФа, да, у лотара. Я подниму его, нет, я подниму. Я иду. У меня топ тут нету. Все, прикол. Ну и все, и тавр наш. А вот этого, пошли? Идем. Он все, он укатился уже. Куда? Да ну. Очень вот. Далеко. Слушайте, а по тавру хорошо думаешь, а давайте волка мне найдем все вместе, дружно. Не, не хочу. Нам не сломали. К сожалению. Не, ну я имею в виду, если вы, ребята, видите волка, вы сообщите. Нам мид еще не сломали, нам низ сломали. Так, я хочу с каким-то толстым ходить, чтобы врывались не в меня. О, дум, отлично, подойдет. А вот есть мана для меня? Или ты без арка? Я без арка. Смотри, к нам рубик идет. Да, вот этот? Здорово, Игорь. Игорь, ты красиво играешь на инвокере. Спасибо. Попадаешь, Игорек, попадаешь. А я все равно, кстати, ноль интеллекта своровал. Так он далеко был? Тогда? Ну вроде как там СФ умирает, еще кто-то. У меня даже есть три ассиста, но нету ни одного интеллекту. Это что это такое? Это Silence. Зачем она делает? Чтобы... Так, мне нужно где-то найти маны. На топе руна есть, нет? Так, на топе Клокверк, Джаггер. Вот да, такая магия у него есть. Нёкс, я тебя гоним. Он попрыгать может на тебе. Эх, мне бы маны. Андрей, а что насчет аркан? Не, арканы нахер сразу, говорю. Так, вот этому я магию сейчас свою покажу. Сейчас он тебе покажет, походу. Так, там центрик поставил. Он поставил вард свой волшебный. Угу. Так, а я, наверное, медасик можешь тут сделать. Тут центрики стоят. Медас, в принципе, это нормальная штука. Хоть на 90-й минуте. Угу, и крипов добивает тоже нормальная штука, только пока не получается. Твою мать. Воду. О, в наш лесу. У меня глобал есть. Ага. Так, антимаг что? Антимага мантыскал, ребят. Блять, чуть глобал не прожал, как антимаг запрыгнул. Я ему даже могу в этом деле. Для экспы ни хрена нету, что-то. Бегают хер знает где. Я в центре буду делать грязь, если что-то поможешь мне своим. Глобальщиком? Да. Да легко.
Так, а еще знаю вар читерский, вот сюда вот такой. Вот так вот. Может, мы найдем читерский Рубика? Вот он такой. Ага. Я отпушиваю вниз, ребят. На центре. Да-да-да. СМПКБ делает. Я тпшился вниз. Так что... Блядь, не все тут. Слышь, сейчас кто-то ко мне пойдет, я убью его ценой своей жизни. Я выехал. Давай. Если СФ пойдет у меня в алтарь, это будет сверху очень плохо. Сверху реген, гайз. У меня это, у меня смог, есть? Ты пойдешь нашел Джоггера. Блок. К нам сейчас кто-то придет. Нет, не хотят они? Джоггера я вижу, будешь его ебать? Что? Варп только сломать надо. Они к тебе все на встречу сейчас пойдут. И понесут тебе цветы. Да. Действительно. Вообще как-то тебя быстро убили, при всем уважении. Так ладно, я на топ подойду. Кто это? Ага, понял. Ни хрена ничего мутят. Так, ну они снизу, ребят. Можете тавер брать. Ага. Можете даже второй тавер брать. Следующий. Я хочу в лесу убить одну точку, у меня будет догоним. Только мне еще левел надо. Опа, медасик. Здравствуйте, медасик. Здравствуйте. Играю как уёбок. Собираю медас на всех. На 25-й на сайленсере. Вообще изи. А вниз никак не задефать там уже, да? Медас, медас. Хорошая штука на самом деле. Нужен левел, нужен рефрешер. Все это будет, но не сразу. Так. Там ага, мне выход, я видел. Выход планируется, да-да-да. Здесь я не тут. А может мы его убьем? Давай. А как? Он дальше не пойдет. Опа. Блин. Может ты сосешь его? А, ты без дайкера. СФ БКБ. Ага. Его тоже не возьмешь нихуя, да? То есть фактически, Игорь, ты теперь можешь убивать знаешь кого? Рубика. Рубика. Нет, у него форстав. Я... Да. Ты а умеешь как в мувиках? Типа, я умею, ну, да. Все, хорошо. Просто не был уверен. Так где же волки-то, а? Игорь, вот ничего, что я стою такой, стараюсь здесь прям. Ой, я таблся просто, не заметил. Я понял тебя. Что ж, ладно, ладно. Рубик вообще не подставляется. Ну, он, наверное, тоже понимает то, что, как бы, вот это вот... Ваши с ним отношения как бы в одну сторону будут заканчиваться всегда. Угу. Помогаю, Игорь. Спасибо. Хорош. Так, в топе сефчик все, да? Может бомбанем его? Еще а, ну все, значит не будет ничего. Еще у меня есть некра. Какие? А, третий. Я очень надеюсь, что они к нам. Точнее, ко мне не придут в мид. Может на топ захотят, а не. Я СФ почти нашел. Сейчас. У меня аватар быстрее опять чего него, я выйду в миде. Не выйду. Так миде там, я чувствую еще пару, а вот пока не будет. О, ты снял его. Ну ты. Он же аватар идет. Та-та-та-та. Все нормально, бабахнем его. Ты чё, дум жалко? Бля. Вообще бля. Да, зажал дум. Мы бы его типа убили. Ну да, убили бы, но это молтычку дам. Пойдем вот это ломать. Да, да, он лохп у него. Надо смотрю сейчас все плюхну здесь, ребят. А, Никара третий, все, все, понял. У него мана 200. Стоп, он здесь? Почему он фуловый? У него 200 маны, там палка, видимо, Джаггера полечила. Как-то они, по-моему, задумали. Ну они задефают, давайте, мы же рассчитывали. А, нет, все, ему и ману уже дали. Я и пойду искать волка в их лесу. Тут нет волка. Смотри, не найди смерть свою. Инвизабилити на топе. Игорь, я знаю, ты хочешь. Я... Нет, не хочу, я пойду. В лес мне надо 15-й левел. Угу. А зачем тебе именно 15-й? Чтобы у меня было два форжа. Понял. Помочь, Игорёк? Не-не. Ладно, хорошо, не буду. Так, ну что там, на мете Джаггер, Игл, Сонг у него есть. А что, центр идут? Не знаю, но это было бы неправильно для них. То, что мы сплитим, как львы. Не идут. Так, здесь СФ. Сейчас я его встречу. Будет здесь что-то, солнечная атака?
Будет, конечно. Так, он такой чекает, лес пустой. Чего ты? Я пытаюсь думать, как СФ. Ты уверен, чтобы ты поймать... сможешь думать, как СФ? Чтобы поймать СФ, мне нужно думать, как СФ. Собрал Shadow Blade и Мом потом сразу. Ты не просто. Стали стро? Думать, как он. Нет, СФ. Я как собрал Лотар, они зажались. Я думаю, что мне пора в Мидас выходить. Это что такое? Ты Джаггер. Действительно. Ну где же мой 15-й левел? Где же наши драки, я так спрошу. Кажется, антимаг не особо скучает. Антимагу весело, я его понимаю. Короче, я встану вот здесь, ребят. Аккуратно, Макс, там в нашем лесу должно быть другой. Если что, я готов нажимать на кнопку Сайленса. Вот, и каждую какое-то время я буду нажимать на Мидас и на врага. Как хотелось бы. Вардов не особо. Антимаг Тараски у нас уже. О. Нормально, они состились. Так, вот можно, в принципе, подходить. Сейчас крипа есть. В принципе, мой максимум. А можно я большого? Спасибо большое. У меня есть блинк. Кстати, забавный момент. Соберу себе рефрешер, у меня не будет маны на 2 глобала. Я говорил тебе арканы собирать. Не послушал ты меня? Вообще, как правило, хоть немного воронного интеллекта уже позволит Сайленсеру вставать 2 глобала с рефрешером. То есть забавный момент, что тебе не хватит маны на 2 глобала, а вот то, что у тебя 0 интеллекта своровано, это не забавный момент. Нет, ну блин, а что я сделаю-то? Шач, ну ей-богу. Пойдем со мной. Я собирал Атар. Будешь ездить со мной, я буду убивать, ты будешь помогать. Знаешь, по-моему, ты это не лучше всего получается делать. У меня просто нету хорошего компаньона. Это что было? Андрей. Вот, у меня просто в глобале пришел и убил парень. Он с Аегисом. Я успел дать глобал. Антимаг убивает людей. Он какой хитрый. А что ты ему дум пожалел? Ну, Аегис. Зачем ему дум? Вообще дон геофак, походу. Да. Какие себе у него дела? Ого, остальных хульма. А это здесь что зацепить? Конечно есть. Куака, допустим, с него начать. Хороший ульт, да, тьмага. Куда Рубик делся? Вперед кидаю. Почти Дэнди. Донди. Так у них нету санстрайков каких-то, Хорошо играть таким сайленсером. Total... Stolen Intelligence. Total Intelligence Stolen. А где написано? Левел 1. Что это значит? Что это? И где здесь записано мое? Хуйня какая-то. Как и игра эта. Я пошел на базу, у меня 100 хп. Куплю себе госскептор. Зачем он это делает? У нас же Black Hole есть, ты не хочешь? А, там Рубик, понял. А ты не сдохнешь, Ач? Mm-mm. Все, просто больше нет. Ой, там Клок промахнул с ультой. Взял на себя. Надеюсь, ты живешь. Так, гем у нас есть, хорошо. Слушайте, а там много некрочей третьих собирают, ребята. На барак-то снесли, да, я вижу? Да. Ну и отлично. И второй там Серж кушает. Есть вероятность падения. А, там катапульта, понятно. Изи. Страйк, мне не хватит. Какой у меня КД? Ты собери рефрешер, будешь убивать. Надо много денег.
Двойное бомба комбо умеешь делать через рефрешер? Я все умею. Сомневаюсь. Зря. Они опять все в лесу засели, давайте низ бы распушить подальше. Лол, почему, сука? Блять, не доставайся же ты никому тогда. А как то в топе? Клюкверк. Клюкверк. Без ТПшки, да? Это мы что, в атаку шли, Андрей? Он сейчас пойдет в ТПшки. Да я сам себе заблочил, да? Спаун случайно. А, он знает, он знает. Там у него вард стоит. Он не просто так же поставил вард правильно и начал убегать. Андрей, смотри, еще баним вот эту всю хуйню, и все, мы идем деремся постоянно. А есть прочекать, да, чем вот этот хэкграунд? У меня есть гем, но мне кажется, где-то тут или тут вард. Мне кажется, на миде сейчас будет весело, я тут присутствую. Угу. О. Может быть слишком весело, так что аккуратнее. Портуй смерть. Я только делаю. Плохо сосёшь. Всех, всех засасываешь. Ты что там? Блин, какие-то гера всех убивают. Вот это догнать не получится? А тут вар, кстати, у ребят стоит, а я его сломаю. Это же деньги, правильно? Это мы сломаем. Так, ждем байбеков. Думаешь, они есть у них? Делают байбеки, переворачивают. Дима хочет идти трон, я смотрю. Ну, поддержи его. Full DPS, guys. Как предполагал, с байбеками у них проблемы. Поэтому клок сзади что-то мутит. Он в свой некра, что ли, врезался, я не понял. Хрен его знает. Встал. Я не попал. Смирился. Так, ладно, это деньги. СФчик. ГГ. ГГ. Просто насыщенная экшеном игра, рекомендуется к просмотру, пересмотру, там, ошибочки свои, если хотите посмотреть, пожалуйста. Так, Олег Устус, можем сказать. Будешь искать этот, короче? 0-4-5. 4 в 4 играли. Хорошо. Чего? Просто шмотка элитная выпала. Сразу.